одно прекрасное утро король Август IV проснулся в очень плохом расположении духа. Ему всю ночь снилась овсяная каша. Королева, правда, уважительно называет эту кашу поридж. Но от названия она не становится вкусней. Встав с постели, король даже не стал одеваться. Он надел только корону и вышел к завтраку, не ожидая от наступающего дня ничего радостного. Ну вот сейчас, как водится, мне завтрак принесут. И как всегда, который год, овсянку с молоком. Ну что с тобой, что поричем, так каша называется, что давняя традиция английская притом. Хочется взять ломтик хлеба свежего и сливочного масла намазать на него. Горбушку представляете, горячую, хрустящую, намазать маслом сливочным, вкуснее нет. И тут вошла горничная с подносом, на котором стояли тарелка каши и стакан молока. Послушайте, любезная, нельзя ли вместо этого на завтрак просто хлеба мне и масло принести? Конечно, разумеется, но я вам не советую, поскольку вы обязаны традицию блюсти. Да, он знал, что королева скажет: «Мой друг, по утрам вы обязаны есть поридж». Но он так ясно представил себе хрустящую корочку хлеба с кусочком свежего масла, что у него потекли слюнки. Скажи ее величеству, что мы не будем завтракать, что эту кашу скользкую едим мы круглый год. Или если ей не хочется, чтоб умерли мы с голоду, кусочек масла свежего и хлеба пусть пришлет. Кусочек масла свежего, на корочку хрустящую намазать, и получится вкуснейший бутерброд. Меня назад отправили, и вашему величеству просили передать, что лучше даже с голоду они умрут без завтрака, чем эту кашу скользкую. Сегодня есть опять. Овсяной кашей пориджем сказали их величество. Они наелись досыта на 40 лет вперед, поэтому хотели бы назло всем глупым правилам на завтрак получить они обычный бутерброд. Королева, выслушав доклад горничной, сразу даже и не поняла, о чем стрекочет эта глупая служанка. Ой, то есть я. А когда сообразила, ушам своим не поверила. Как? С утра не есть поридж? Ой, эти королевские капризы. О, боже мой, как трудно быть женою короля. Интриги, сплетни и с утра с манеотложных дел.
хочет кашу есть. Он ни с того и ни с сего хлеб с маслом захотел. Выслушав приказание королевы, тотчас отправилась к королевской корове. А в это время вернувшаяся зеленого луга корова по имени Матильда отдыхала в королевском хлеву. Матильда была очень уважаемой коровой. Она поставляла молоко только королевскому столу, поскольку ее молоко было высшего качества. Белое, как молоко, и жирное, как 10% сливки. Матильда очень любила свою работу. Но, будучи теленком, она мечтала о другой карьере. Да-да. Она хотела стать певицей и даже окончила подготовительные курсы для поступления в музыкальную школу. Но ее мама настояла на том, чтобы Матильда сохранила верность семейной традиции. Очень сложная работа производства молока. Целый день травой зеленой добиваю я бока. А зимой день нудный сена, словно жвачку я жую. Круглый год без воскресений я продукцию даю. Молоко идет на кашу, на творог, на простоквашу. Из него сливают масло, из него варят сыр. Без него не выпить кофе, не сварить кисель молочный. Без него не приготовить вкусный сливочный пломбир. Королевскую корову уважают при дворе. Молоко мое парное, жирность пенится в ведре. Это все, конечно, лестно, уважение и почет. Но скажу вам откровенно, труд иной меня влечет. Я б хотела петь со сцены, но и хлеба не уйти мне пока, потому что королева пропадет без молока. Браво! Браво! Бис! Матильда вздохнула и уже была собралась взглянуть полчасика. Но тут в хлев вбежала молочница. Она слегка спалась, потому что по дороге к корове шла к подружке поделиться новостями. Увы, ее величество всю ночь во сне ворочились. И утром, скушав кашу, снова улеглись в кровать. Но тут его величество вдруг отказались завтракать. И королеве вежливо просили передать, чтоб я у вас, любезная, взяла, коль вы позволите, кусочек масла свежего на завтрак королю. Тогда ее величество добавили, пожалуйста, поскольку дело срочное, и я еще не сплю. Тянуть. Все.
станет нынче завтракать они, однообразия не вынесли. И вот потребовать изволили, что вместо каши и пориджа ему подали к завтраку обычный бутерброд. Матильда долго не могла понять всю сложность ситуации. Она была медлительна, но разумна и никогда не делала поспешных выводов. Но то, что король отказался от молочной каши, просто потрясло ее. Наш король забыл, наверное, что он символ государства. Сохранение традиций, он на трон посажен, да. Как же будет он работать, коли есть не будет каши? Я подобного поступка не ждала от короля. На минуту, что случится с производством, если я каприза ради перестану есть траву, а потребую, к примеру, винегрет или селедку, то меня уже коровой никогда не назовут. Всякий мальчик был бы рад, но король и королевство — это вам не детский сад. Тут исправить положение сможет только мармелад. Мармелад, как я слыхала, входит в моду. Говорят, он очень вкусный и полезный, говорят. Намекните королеве, если это вам не трудно, что сегодня вся Европа ест на завтрак мармелад. Матильда закрыла глаза, красноречиво показав, что аудиенция закончена, и она желает остаться наедине. Про мармелад-то она, конечно, придумала. Ей стало обидно, что король не выпил молока и не съел молочной овсяной каши, не говоря уже о том, что он нарушил традицию, а традиции Матильда чтиво святы. А молочница, обдумывая сказанное Матильдой, поспешила к королеве, заранее предвкушая развитие интересных событий. Она-то знала, что мармелад любит королева, что она ест его по вечерам перед сном, и что особенно важно, запивает мармелад холодным молоком и обязательно с пенками. Была я у коровы, и повторю дословно вступительную фразу, конечно, опустив, что если надоели и молоко, и каша, то, видимо, придется переменить мотив. Что делать, с сожалением, заметила корова, иное поколение, и времена не те. Одни жуют резинку, другие лижут чупсы, спокойно нарушая традиции в еде. Традиции не вечны, на все влияет мода. Об этом все сегодня в Европе говорят. Поэтому на завтрак любезная корова рекомендует масло сменить на мармелад. Королева
того очень удивилась не только самому совету, но и тому, что корова в курсе современных модных течений. Королева, довольная, что все так славно устроилось, пошла прогуляться по королевскому саду. А король полежал-полежал в постели, но вредная привычка завтракать по утрам подняла его. Он надел уже не только корону, но и мантию и снова вышел к завтраку. Сел к столику, повязал салфетку и мрачно уставился на дверь. И тут вошла горничная, то есть я с подносом, на котором стояла хрустальная ваза с разноцветным мармеладом. Увидав недоброе лицо короля, горничная, то есть я, застыла. Я к вам от королевы насчет кусочка масла. Любезная корова открыла ей секрет. Если же вся Европа не сливочное масло, а мармелад фруктовый на завтрак и обед. Я кто еще, ребенок или седой мужчина? И как же ты посмела мне это предложить? Просил я просто масла, к нему кусочек хлеба. Ты, может быть, глухая, так прямо и скажи. Скажи, ее величеству, что это потрясающая смысла в издевательстве. Никак не уловлю. Она, наверное, сонная. Она забыть изволила, что всякие там сладости я с детства не люблю. Ты посмотри, который час, а я еще не завтракал. И прот бодай невинная, обычный бутерброд. Его величество на мармелад обиделись, а заодно обиделись на вас и на меня. Сказали возмутительно, сказали это надо же, сказали безобразие, неужто не понять? Сказали время позднее, а я еще не завтра.
колокол, и просьба-то невинная, обычный бутерброд, горбушку хлеба свежего, горячую, хрустящую, намазать маслом сливочным, да все наоборот. Они ужасно тронуты, за мармелад спасибо вам, совет был очень мил. Но все же их величество, исполнить их желание, доставить масло к завтраку, настойчиво просил. Признаться их величество, нам мармелад обиделись, а заодно обиделись на вас и на меня. Сказали, время позднее, а я еще не завтракал, ведь это безобразие, не уста не понять. А в это время
король в третий раз вышел к завтраку. Он даже похудел немного. Что же делать? Отправить королеву в монастырь? Лишить корову звания придворной? Самому отречь от престола? Или все-таки согласиться есть кашу? Но не каждый же день! И в конце концов, король я или не король? И тут открылась дверь, и появилась горничная, то есть я, с подносом, на котором лежали хрустящая корочка хлеба с кусочком свежего масла. Ну, наконец-то!